Ульяновской области завершилась акция, проводимая в рамках недели социальных инициатив «Елка желаний». Старт ей дал губернатор региона Сергей Морозов. Проект традиционный. В первый раз «Елка желаний» прошла в 2014 году. Желания сбылись у детей из многодетных семей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и маломобильных. В этом году на «Елку» пригласили детей и их родителей со всей области. Любви к своим родителям, любви к своей стране, любви своей семье и бабушкам, и дедушкам. То, что вас сегодня окружает, и то, что заставляет вас гордиться, чтобы, несмотря на свой юный возраст, граждане России. Каждый год дети загадывают желания и пишут письма Деду Морозу, в которых просят подарить кукол, книги, конструкторы, машинки. И каждый год взрослые, желающие хоть на время стать добрыми волшебниками, стараются эти желания исполнить. Замечательное событие, оно не первый раз у нас уже проходит, уже который год губернатор запускает акцию «Елка желаний». Мы несколько лет только по этой акции двигались в правительстве, а в этом году к нам подключились очень много организаций. В торговых центрах стоят «Елки желаний», в учреждениях стоят «Елки желаний», на предприятиях стоят «Елки желаний». Заветные мечты детей исполняются. В этом году удалось поддержать более 200 детей, приславших письма. Новогодними волшебниками стали члены правительства, депутаты ЗСО, руководители социальных учреждений и общественных организаций. Павел Половов, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».